В день физкультурника в парке Ленинского комсомола города Махачкалы каспийские баскетболисты прошли восхождение к своему трофею, обыграв на своем пути команды РМЛ-2 Дербента и каспийскую СОЖ номер 4. С командой Избербаш упустили победу с минимальным счетом 7-8. Феноменально, с сухим счетом 3-0 победили Дербент, заняв первое место в группе. В полуфинальном поединке против РМЛ-1 выдали камбэк со счетом 1-4, перевернув игру вспять, когда с финальным свистом удержали победу со счетом 7-4. В финальной игре каспичане, игравшие весь турнир без запасного игрока, уступили команде «Каспий», завоевав таким образом второе место в возрастной категории 16 лет и моложе. Первое место заняла команда «Каспийская Махачкала», а третье – «РМЛ Махачкалы».